Друзья, всех приветствую вас на канале. Сегодня покажу автомобиль, который поступил нам на продажу. И, в общем, в принципе, покажу вообще этот автомобиль, потому что давно ждали, хотели посмотреть эту позицию. Очень интересная для себя этого автомобиля, даже как-то рассматривал. Вот, это у нас Lada Vesta Sportline. Комплектация Sportline в белом цвете, кузов седан. Ну, что могу сказать? В принципе, по внешней части, да, можно сказать, автомобиль очень красивый, стильный, такой для молодежи, ну прям, ну нереально как бы крутой автомобиль. Здесь вопросов нету вообще. Вот, смотрится он очень эффектно. Диски, кстати, вот есть разные вариации дисков, да, но здесь вот как-то вот такой дизайн, по-моему, он даже, я его и видел на... Вообще я ждал именно с черными дисками, именно с черными глянцевыми. Здесь какие-то диски получились у нас черные с полировкой. Ну, я хотел, чтобы были именно черные. Черные глянцевые диски. Ну, я так понимаю, что это будет у нас вариация именно, наверное, на полноценном спорте, который 145 лошадей. Может быть, ну, как бы мои догадки. Вот, 4 стеклоподъемника. Здесь у нас красная строчка идет. Подлокотник широкий, достаточно широкий, удобный. Ну, в принципе, с эко-кожи материала. Здесь карбоновая вставочка. Кстати, вот эти у нас ручки подсвечиваются красными спереди, сзади давайте тоже посмотрим. Сзади тоже, да, подсветка есть ручек. Ну, клево смотрится, в ночное время очень симпатично. Салон, ну, крутой, вопросов нету. Три подголовника. Подлокотника заднего нету. Здесь два слота под зарядку. Есть также еще один слот под зарядку. Черный потолок. Плафон заднего освещения. Руль обтянутый эко-кожей, красная строчка также. Ну, прикольненький такой, достаточно плотный. В руке держится очень классно. Цифровая приборка. Круто, вопросов нету. Значит, мультимедиа. Здесь планшет стоит. Обогрев лобового стекла есть. Кондиционер есть. Здесь два слота. Под зарядку тоже, здесь тоже красненькая такая подсветочка идет. Два подстаканника, подогрев передних сидений. Сиденье греется, сижу. Очечник открывается, потому что, если вы помните, на некоторых автомобилях Lada Vesta он не открывается. Черные козыречки. Руль, к сожалению, не обогревается. Нажимал, кнопку проверял. Не открывается. Мотор здесь 1.6, 118 лошадиных сил. Накладки на порожках Lada Sport. Давайте мордашку покажу вам. Не, вид, конечно, бомбический у нее. Бомбический вид. Не знаю, конечно, как по технике машина будет себя вести. Что по динамике будет. Автомобиль только с автовоза, поэтому зеркала сложенные были. Черная крыша, двойной окрас кузова идет. Вот, пожалуйста, мотор. 118 лошадиных сил. Объемом 1.6. АБС присутствует. АБС есть. Ну, ребята, в общем, напишите свои отзывы. Мне очень интересно, что вы скажете. Вообще, хотели бы увидеть автомобиль данный. Ну, по цене этой машины где-то будет в районе 2200 стоить. 2200, может, даже и подороже. 2200, 2250. Еще ценообразование не выставили пока. В общем, шины Pirelli стоят. Размерность, кстати, у нее 205-50R17. 205-50R17, Pirelli Scorpion, фетровые подкрылочки, сзади, спереди тоже стоят. Не знаю, короче, жду от вас комментариев, ребят, что скажете по этой позиции, и вообще за эти деньги, как бы, ну, стоящий аппарат, не стоящий. Очень самому даже интересно послушать, потому что, ну, не знаю, по мне это как бы, ну, дороговато. Понятно, что она классная, вопросов здесь нету абсолютно. То есть и мультимедиа есть, и обогрев. Ну, ой, обогрев лобача, понятно. Ну, за 2200 как бы он и должен быть здесь. И, по крайней мере, кнопка обогрева руля, она должна работать за 2200, мне кажется. Кстати, карта дверей снизу, видите, подсветка тоже установлена на карте дверей. Да, вопросов нет, классный, стильный автомобиль, молодежный, интересный, я думаю, ну, по динамике, конечно, он, может быть, там не будет вам выдавать то, что хотелось бы, наверное, как от 145-сильного мотора,
Но, тем не менее, будет уже поинтереснее, чем стандартный 106. Ну и звук, кстати, очень прикольный. Это, я так понимаю, полики идут завода-изготовителя. Здесь запаска. Тоже, кстати, Pirelli Centuranta P1 стоит. Очень интересная запаска. 195-55R16. Как, знаете, как штампы диски такие. Литье штампы. Домкрат, баллонный ключ, все это здесь есть. Ну вот. Не знаю, я как бы, камера заднего вида тоже есть. Я хотел себе такой автомобиль, но знаете, что-то вот немножко сейчас вот как-то уже и это... Двоякое мнение, хочет, не хочет, Ларгус там поменять. Я думал взять Весту именно универсал, СВ, кузов. Ну, теперь как бы, фиг знает, мне Ларгус как поприкольнее, что ли, больше возможностей дает. Ну, как-то хотелось просто, немножко даже расстроился. Хотелось бы получить автомобиль именно хотя бы с обогревом руля за 2200. Ну, вот, или 2300. Так получается. В принципе, по остальному вопросов здесь нет. Все шикарно, все классно. Вот, по динамике еще, ребят, ничего вам не могу сказать. Расходы, ничего не могу сказать. Машину еще не тестил. Только вот сейчас пришли, мы сделали, то есть, первый, как сказать, внешний обзор автомобиля. Показал вам. Вот камера заднего вида, в принципе, она вот так вот работает. Давайте еще раз включу. Ага, вот, пожалуйста. В салоне сидеть очень приятно, очень круто. Здесь как-то все так это интересно, стильно. Вот эта цифровая приборочка, конечно, звук, кстати, очень приятный. Я говорю, вот ночное время вообще, мне кажется, будет очень здесь классно. В этом плане вопросов вообще нету. Здесь в этом плане все четко, да? Здесь ручки подсвечиваются, цифровая приборка, планшетик. Кнопочки там, я не знаю, был бы цифровой, конечно, климат, был бы еще больше интереснее машина. Вот, мое мнение, мое личное мнение, если был бы здесь климат, вот, который вот был, как DOS-вошная машина, если помните, да, там был цифровой климат, обогрев руля, там вот это вот все работало, вообще бы даже не подумал. Даже бы не подумал, стиль офигенный, классная, динамичная машина, взял бы СВ-шку себе бы. Ну ладно, даже пускай бы 2-300 бы она стоила, я бы рассматривал ее. Ну, сейчас не знаю. Посмотрим, в общем, время покажет. Покажут. Веста Спорт, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. В общем, узнавайте о стоимости автомобилей и вообще, в принципе, об автомобиле Лада. Вот, сейчас будет, возможно, еще нет официального письма, возможно, будет повышение цены с 3-го, вроде как, ноября поговаривают. Кто-то говорит порядка 10%, кто-то говорит 7%, кто-то говорит 2-3%. В общем, мнений очень много, а официального письма еще нет, ребят. Возможно, вообще его не будет. То есть, поживем, увидим. Подписывайся на канал, приезжай за новой Ладой. С вами был Денис. До новых встреч, всем пока. Это честный обзор на автомобиль Лада Веста Спорт.